Всем привет, друзья! Сегодня у меня очень радостная новость. На моем канале стало больше 200 человек. Это очень хороший показатель для моего канала. Я к этому долго, конечно, стремился, но все-таки этого добился. И теперь моя точка – это добиться 500 подписчиков. Если вы будете меня также поддерживать просмотрами и ставить лайки, я буду выпускать все больше и больше роликов. Также я сделал свой плейлист, в котором я веду игры, в которые я играю. Теперь каждый день я делаю стримы. Ссылочку я также оставлю в описании под этим видео на свой стрим, который у меня каждый день транслируется. Это на сайте Twitch TV. Можете посмотреть, в чем я играю. Я играю в Dota, в Counter, и остальные там игры. Left 4 Dead будет скоро. Какой-то еще там страшилка. Короче, хоррор. Ну, в таком стиле. Теперь по теме ваших комментариев, которые я просто беру, удаляю, если они очень плохие и оскорбляющие. Зачем вы мне это все пишете? Мне это как бы просто безразлично. Если вы мне в плюс пишете там какую-нибудь помощь, там вот типа сделал, вот на ролике не хватает тебе этого, вот допустим, вот это прибавить будет интереснее. Вот это я возьму себе на устном атаке. А вот что вы мне какую-то оскорбуху, грубо говоря, даете, я это просто игнорирую и удаляю. Если кому я не нравлюсь, можете просто брать, закрывать этот ролик и идти там пить чай, что угодно. Но я принимаю людей, которые меня смотрят. Так что вы просто идите лесом. Я так вообще понимаю. А теперь мы переходим к новому выпуску. Поехали. Сегодня мы будем с вами делать, так сказать, самострел. Нам для этого понадобится шприц, это самое главное оружие, бумажка, которая будет участвовать за патроны, нож и ручка, точнее, стержень от ручки. Сейчас мы вытаскиваем этот шприц. Нам отсюда надо будет колпачок от иголки и сам шприц. Наша задача у этого колпачка — вот здесь вот кончик отрезать, чтобы была дырочка. Давайте сейчас это сделаем. Пока его откроешь. Отрезаем. Сейчас пошел такой пластик плохой, что может трескаться. Так, смотрите, отрезали. Вот я вам говорил, что пластик очень фигово, здесь надо его будет заклеивать, чтобы было герметично. Я решил взять клей-момент и просто заклеить этот участок. Обмазываем. Ждем, пока немножечко он прихватится, а потом начинаем одевать. Вот, немножко прихватилось, теперь одеваем. Ну, а теперь нам надо просто подождать. Ну, в общем, надо вообще, чтобы хотя бы час-два клей подсох. В общем, теперь нам надо пробрать бумажку. Вот такой кусочек примерно отрывать и немножко жевать. Пока жуем, вытаскиваем пасту. Так, иголку в сторону. И этой пастой мы будем заталкивать сюда бумажечку. Натягиваем. Бумажечка прожевана. И вставляем. Начинаем стрелять. Ой, в обои попал. Нехило, да? Сейчас попробуем, как он будет пробивать или не пробивать листок бумаги. Жуем. Так, забиваем. И готовимся к атаке. Так, смотрите, здесь два листа, один лист глянцевый, другой бумажный. Пробуем его пробить. Примерно вот соцелимся. Обычно лист он хочет закусить, пробить, а вот глянец не пробивает. Но я говорил, что надо сначала, чтобы высохло, чтобы было давление хорошее в
представим. А так это не игрушка, так фигня получается. Главное, чтобы на лицо не наводили. Как бы можно выбить глаз. Ух, ё, меня же оглушило. Вот пробило. Вот дырочка. Ну, в общем, стреляет и стреляет. Так, ну чё? Эту игрушку я одобряю. В ней детстве стрелялись, потом учительница приходила, говорю, вы что натворили в этом классе, идите убирайте эти бумажечки с собой. Было такое дело. А теперь давайте перейдем к одной теме интересной. Вот вы в школе учитесь и хотите, допустим, прогулять урок, чтобы не пойти на него. Знаете, какая есть одна штучка интересная? Это обычный карандаш. Где вы берете гриф, кусочек, там где-то 4 миллиметрика. Лопаете, и у вас температура поднимается до 37. 37,8, примерно так поднимается температура. Меряете резко. Раз, опа, на температуру. Мама, я не пойду на работу. Ой. Мама, не пойду в школу. Все, она добрая, давай. Ложись, будешь лечиться дома. Вот так же, если хотите делать. Только сильно его употреблять, потому что как бы грифель немножко вредноват для организма. Ну, температура будет держаться примерно минут, ну, может, 20, не больше. Вот, в общем, вот это все я вам рассказал. С вами был Роман, это программа «Опытный гений». Не забываем подписываться, как всегда. Подписка мне дает большой шанс просто выйти в люди и чтобы меня смотрело побольше людей. Если вы так хотите, то делайте это. Также не забывайте про лайки. Большие. Большие-большие, даже можно 5 лайков. 5. Так. Да. Все. Пока.